Это выступление от бравых музыкантов образцового ансамбля саксофонистов «Экспромт Плюс» было уже в конце награждения. А вначале всех поздравил и поблагодарил мэр города Игорь Шутенков. Подводя итоги года, хочется выразить вам огромную благодарность за ту работу, которую вы произвели, занимаясь сами, вдохновляя других, получая заветные призовые места, прославляя наш город и нашу республику. Администрация города будет делать все для того, чтобы и спортсмены могли заниматься спортом, и простые жители могли тоже участвовать в создании новой инфраструктуры, в создании нового человека. Лучшим спортсменом-ветераном был признан тяжелоатлет Александр Мизенин. Лучший спортсмен с ограниченными возможностями – Михаил Асташов. Лучший тренер спортсмена с ограниченными возможностями – Николай Тетерин. Лучший спортсмен по неолимпийским видам спорта – тэквондист ИТФ Александр Бодров. А лучший тренер – Баир Будудариев. Ну, впечатление, конечно, как когда-то в молодости на пьедестале. Ну, результат за один год не приходит. Можно сказать, это работа всего поколения, работа целой команды. В номинации «Лучший спортсмен по олимпийским видам спорта» были отмечены лучники Цирен Болтаков и Эрдем Цыдыпов, а также борцы Стальвира Оршуш и Евгений Жирбаев. Второй раз получаю такую доску. Здорово, здорово, что Валерий Николаевич для тренера свое получил. А Валерий Николаевич каждый год получает. Лучшим спортсменом по олимпийским видам спорта была признана Светлана Дашенимаева, она же Гамбоева, серебряный призер Олимпийских игр в Токио. Лучший тренер – Константин Эрденеев. Дмитрий Гамбоев, новости дня.